Ну и не на сировом едином. Сегодня на слуху еще два громких коррупционных дела. Так, управляющему делами Национальной академии наук Украины сообщили о подозрении в злоупотреблениях на сумму 22 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Кандидату медицинских наук Михаилу Сидоренко инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением. В 2014 году, превысив свои полномочия, он якобы подписал соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке НАН Украины. Сделал это без всяких оснований, изменив условия иска. В суд направлено ходатайство об отстранении чиновника от занимаемой должности. Горе управляющего могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет.